нож Бокер, Бокер плюс Сапком. Ну, вот такой вот тоненький. Такой, не знаю, очень плоский, тонкий ножик. С этой стороны G10, с этой стороны, по-моему, сталь. Да, сталь, есть еще титановая модификация. Вот. Сталь AUS-8. Сделана на Тайване. Клипса переставляется в одном чисто для праворукого ношения. Может быть либо острием вверх, либо острием вниз. По своему системе запирания это фреймлок. Вот. Клипса. В принципе, ее можно, мне так кажется, использовать как этот ножик, как и зажим для денег. Ну, вот. Вот такой интересный малыш. Я не буду делать такой обзор, первый взгляд на него. Есть очень хорошее видео от Александра Аснама. Я, в принципе, всех отсылаю к этому видео. Вот. Просто хотелось показать, все-таки поразился, какой он тоненький. Спасибо за внимание. До свидания.